Как вас здорово обработали церковным мороком. А если я вам скажу, что это не так, что нет никакого ада, и душа там никогда не горит, не горела и гореть не будет, вы мне поверите? Или вы верите только попам? Хорошо, не верьте мне. Приходите ко мне в шаманское погружение, я вам все покажу. Я вам покажу вашу душу, вы сами все увидите. Я вам покажу, есть ли ад, есть ли рай. Вы сами все увидите, не по рассказам каких-то попов, не по какой-то там книжке, которую вам кто-то когда-то прочитал, запугал вас и вообще. Я вам предлагаю прийти на шаманское погружение, и вы все сами увидите. И после этого вы будете жить спокойно, долго и счастливо, без морока и прочей всякой хрени, которую на нас наводят, дабы жрать нашу энергию.